продолжает цикл концертов под названием «Музыкальный пленэр». Струнный квартет имени Рахманинова и солисты филармонии представили программу «Рафаэль». Под аккомпанемент шедевров европейского музыкального искусства на мультимедийном экране были представлены полотна великого итальянского мастера. Каждый раз, как каждый проект и каждая программа для музыкального пленэра, она тематична, она актуальна, и она опять-таки свежа и нова. И в этом втором сезоне мы будем радовать и гостей, и жителей города-курорта Сочи абсолютно новыми, уникальными явлениями, явлениями такого музыкального художественного синтеза в этих изумительных, прекрасных стенах. Поэтому мы ждем всех на наших концертах. Впервые в концерте цикла «Музыкальный пленэр» прозвучала не только инструментальная, но и вокальная музыка. Имя Рафаэля не случайно стоит в премьерной афише нового сезона цикла «Музыкальный пленэр». В сентябре в Москве открылась выставка «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из галерей Уффици и других собраний Италии». Экспозицию из 8 полотен мастера в столице сопровождает программа концертов и лекций под названием «Итальянский сентябрь». Сочинская камерная филармония решила внести свой вклад в российско-итальянское культурное сотрудничество.